Всем привет, дорогие друзья, ребята, с вами канал Микольный. Сегодня я вам покажу, как установить моды для Payday 2, играть за Будозер и пар Будозер. Если вы хотите тоже играть за Payday 2 Будозером, если Будозер вы хотите играть, я покажу вам, как это делается. Например, если вы играете за Будозером, чтобы носить вот таким броня, если вы решите играть за такую броню Будозером, вы не можете играть по тете Алам. Понимаете? Вместе с другим игроком, если вы играете вот таким же броня. А перка, который пер Будозер, вы, конечно, можете носить броню. Но броня носить, если будете носить вот эту броню, вы не можете играть по тете Алам. А за перка Будозер броня, бронь, которая устанавливается долго в выживании броню, это перк, конечно, вы можете играть за печалам друзьям игрокам. Сегодня я вам покажу, как это установить моды. Все просто, заходим в папку игру, в библиотеку. И заходим теперь вот на игру. Свойства, локальные файлы, посмотреть локальные файлы. И вот заходим в папку игру. Например, то вас предает вот эта программа мода и вот этот. Если у вас нет, вы можете им остановить, конечно. Оно там ничего сложного, просто там два файла вот и просто его надо двое там удерживать будут и поставить туда файл. Она должна важно находиться. Чтобы этот мод можно было загрузить, вас предает эти... Файлы это будет этот, должен быть этот тоже, и этот должна быть слова таким. Но, короче, те моды вас должен находить важно и это тоже. Если у вас таких файлов нету, то вы, конечно, не можете выбирать тогда моды. Но, короче, вот вы дошли папку игру, сейчас. Теперь вы можете качать уже моды, конечно. Но самое главное, мод называется Perk Budozer. Сейчас сначала вы должны главное установить вот этот мод. Это Perk, новый Perk у вас будет полядать на игру. Perk будет уже все равно за 9 прокатом. Вам придется его пройти долго прокатывать. Вы можете вот сразу ему катать, конечно. У меня уже такая Perk сейчас есть. И все просто. Вот и заходим. Мод на сейчас. Секундочку. Где файлы, где-то у меня, вот она. Вот мод вот этот файл, только она есть. Пока вы тогда его установите, вам надо будет просто необходимо им подкидывать пачку. Если у вас такая файл уже, конечно, стоит, можете накидывать. А остальные, тем надо будет подкидывать. Первое, сначала пачка сюда. Вот эти файлы 4. Перечитаем его сначала вот на эту главную игру на вашем. Когда вы это файл уже подкидывали, когда подкидывали эту папку, конечно, уже можно будет уже устанавливать мод и играть Будозером. Итак, теперь можно папку вот это файл скинули, теперь можно вот это уже туда ставить на фашку. Вот мод устанавливается перк. У вас открыто перк, вы можете на броня, у вас будет перк, каждый бронь на Будозера. Дальше. Теперь вот это устанавливаем Будозером симуляторно. Это... Но у вас будет уже доступен открыта броня, вы будете ходить броню как Будозер, конечно. Но если вы решите это установить моды, вы не можете играть тогда за тетя Алам. Алан и вместе с другим игроком вы не сможете играть по тете тогда по Payday 2, если вы решите установить вот этот мод. Но это вам решать. Если вы им установите это, вы, конечно, не сможете играть по тете. Но вот я вам показываю, как это делает мод. Вот мод установлен. Теперь мод и вата находится на игру, у вас появляется игра, новая порка и... Заходим в игру. Мод установлен, конечно. У вас появляется новый перк. Но по перк, конечно, это вылетать игра не будет. И не будет вылетать тоже вот эта игра. Но по перк, Алам Тейте вместе с другим игроком можно, конечно, играть за Будозер перк. А броня, конечно, по Тейте Алам играть не будет. Потому что это надо играть только самому по себе.
Их хватит потеть, рад, но это вам придется его когда накатят или удалят. Да вы можете им добавить, папки адаптиды, да потом можете обратно им удалить, если вы больше не хотите играть, пока если хотите играть потеть, вы можете им удалять обратно и пересданово установить потом. Ну, короче, мы это установим. Сейчас у меня идет долго просто закрутка, но у вас там вопрос должен появиться, после как ролик закончится. У вас должен появиться сейчас английские слова здесь. Слово «будогер». Вот оно, вот это про это я вам говорю. Если она у вас полядает, вот это вопрос, это значит, у вас установлена броня «будогера», и у вас как потеете, играть их не будет. Броня «будогер», конечно, у вас теперь, конечно, установлена. У вас появился новый перк, конечно. У вас появился сейчас новый вот этот перк, видите? Это значит, что вы теперь как бульдозер. А броня вы пока не можете увидеть сейчас бульдозера, конечно, но это потому, что вы должны находиться на взялом игру. Когда как раз вы дойдете в игру, она должна уже находиться бульдозером. Давайте я вам расскажу подробности, как поменять броня. Отходим на тройке ходит, и вот бульдозеры. Вы можете поменять их. На тебя, чтобы экрана, чтобы вы могли тебя видеть, как вы увидите бульдозера. Ну, вы, короче, вот здесь все настройки именно и находите про бульдозера, а здесь ничего подобного. Только это меняет экран броня, ты можешь увидеть себя, как вы ходите бульдозером. Ну, короче, у вас мозг установлен, конечно. Подписывайтесь на канал, удачи вам, всем пока, до новых встреч, не забывайте ставить лайк, если это вам понравилось. Всем пока, дорогие друзья, ребята. С вами канал. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. До свидания. Теперь у вас будет перк новый бульдозер, лучшая броня. Значит, ну, а вас, конечно, вы не можете быстро двигаться, бегать, только быстро ходить и медленно идти. Но у вас мод установлен, все должен работать отлично. Конечно, если вы играете броня вот этим бульдозером, потеть играть не будет. Но вы можете им помазать, потом удалить. Но у вас мод все должен работать отлично. Подписывайтесь на канал и всем пока, дорогие друзья! Не забывайте ставить лайк, если это вам понравилось. Всем пока, ребята.